Всем привет! Хотела с вами посоветоваться. Я связала люлечку связанным дном. Вы очень многие об этом просили, но дело в том, что эта люлька получилась очень большого размера, в длину 30 сантиметров, а в ширину больше 20 сантиметров. И вот у меня вопрос, делает ли мастер-класс на такую большую люльку, потому что, не знаю, все ли будут ее вязать, там пряжи уходит 3 мотка, то есть это очень дорого получается, и вообще нужно это или нет. Поэтому напишите мне в комментариях, нужна такая вот люлечка вам на мастер-класс или нет. Или же все-таки лучше сделать люлечку поменьше. Даже меньше, чем та, которая у меня была до этого. В общем, напишите мне в комментариях, как мне быть.